Закладывать в бюджет средства на ремонт машины этой весной придется многим автолюбителям, проезжающим по дорогам Ленинского района. Объезжать многочисленные ямы трудно, и не всегда это безопасно. Попадание же в них грозит дорогой в автосервис. Очень много ям. Объезжать не получается. Вот. Ну и что? Ремонт машины часто. Подвеска портится. Ямы и кочки, тем более в новостройках. После кольца. Очень плохо, ужасно. Чтобы наглядно показать, что испытывают водители, когда едут по городу Видное, мы сядем в машину и проедем по одной из улиц. Едем по проспекту Ленинского комсомола. Судя по тому, как трясется камера, сами видите, что дороги у нас в плохом состоянии. Улица Березовая. Несколько месяцев назад здесь положили заплатки, но сделали работы настолько некачественно, что уже сейчас они пошли волнами. Водителям, проезжая по ним, приходится сильно снижать скорость. Во многом этому способствовали зимние погодные условия. Асфальт испортился из-за перепадов температуры, а также из-за использования сильных реагентов. Сейчас по всей территории Ленинского района идет работа по инспектированию и выявлению поврежденных участков. Видно, подрядные организации уже приступили к их ликвидации. В первую очередь делается основной упор это на аварийно-опасные ямы, могущие привести к различного рода ДТП. А дальше уже идут, естественно, ямы меньшего размера. Они сначала выходят и кромят именно непосредственно в этой части, где у нас находится, потому что у нас должен быть обработан этот участок дороги, очищен от грязи, от пыли, и потом уже туда укладывается горячая асфальтобетонная смесь. Дабы не создавать пробки и не мешать водителям, львиная доля работ проводится ночью. Днем ремонтируют только те ямы, которые считаются аварийными. Полностью привести в порядок дороги муниципалитета должны к 1 июня. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.